Общается с врачом, журналистами, а в мыслях уже дома, у реки, на любимой рыбалке. А ведь еще 2 недели назад Иван Максименко из Усть-Калманского района ни мечтать, ни даже ходить не мог. Его мучила сильная одышка, острая боль, груди не давала спать. В прединфарктном состоянии его доставили в краевой кардиодиспансер и экстренно прооперировали. Иначе мужчина мог погибнуть. Дышится как сейчас? Ну, по крайней мере, нормально. И по лесенке сейчас спускаюсь, и нету того, что раньше было. Сегодня у Ивана все показатели в норме. Его выписывают. Бонусом прилагается кардиопакет. Набор лекарственных препаратов, которые обязательно нужно принимать, чтобы держать сердце в тонусе. Лекарства мужчина будет получать в течение года. Первый набор при выписке, затем в поликлинике по месту жительства. Примерная стоимость кардиопакета 600 рублей. Вроде немного, но если умножить на 12 месяцев, получится больше 7 тысяч рублей. Кардиопакет полагается всем пациентам, которые перенесли острый коронарный синдром, то есть инфаркт миокарда, либо нестабильность стенокардии, независимо от того, есть у него инвалидность, нет у него инвалидности, какого он возраста, пенсионер, молодой, то есть всем. В Алтайском крае людей, страдающих острым коронарным синдромом, становится все больше. Ежегодно прибавляется по 8 тысяч человек. И то, что всех их обеспечивают лекарством, хорошая поддержка, говорят медики краевого кардиодиспансера. Ведь многие пациенты, покидая стены медучреждения, перестают принимать препараты. И в лучшем случае попадают вновь на больничную койку, а в худшем пополняют печальную статистику смертности от сердечных заболеваний. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.